Да, тут, похоже, нужны забродники. Пока идем, приходится очень много обходить. Уже глубокие засасывают. Красивый вид слева. Почти что альпийские луга. Наши качканарские луга. Рысь-то довольно вообще, ее фиг увидишь, блин. Осторожная. Но это все просто ручьи, просто талые воды. Она, походу, из берегов вышла. Ну что, похоже, мы подходим к нашему пункту назначения. Всем привет! Вы на канале «Моя провинция Урал». Сегодня 21 апреля 2024 года. Мы вместе с Анатолием поднимаемся на гору Качканар, на ее восточный склон, в верховье реки Шумиха, в поисках небольших водопадов, которые на Среднем Урале не так часто встречаются. Сейчас мы находимся между поселком Косе и поселком Верх-Ис. Идем по старой лесовозной дороге. Вот такое вот количество снега пока еще присутствует. Надеюсь, нам удастся найти эти водопады, о которых в свое время писал геолог Николай Высоцкий. Слышно, как под снегом бежит целая река. Ну а мы идем дальше. Прошли чуть больше километра. Поднимаемся, поднимаемся. Снега еще очень много. Встречается редкая ветреница. Пока ее еще очень мало. Лес только начинает просыпаться. Чуть не упал, но держусь. Идем дальше. Да, тут, похоже, нужны забродники. Пока идем, приходится очень много обходить. Уже глубокие засасывают. Ой-ой-ой-ой-ой. Сильно засасывает. Целое озеро. Так, вода из-под земли вырывается. Вроде бы хотя бы не засасывает. Глубоко, страшно, ничего не видно, но идти можно. Идем на речку Шумиха. Это правый приток реки Ис. Идем в верховье этой реки. Прошли 2,5, кажется, километра. Еще надо столько же минимум, чтобы до нее добраться. А в среднем течении этой реки Шумиха находится Шумихинское болото. Это геоморфологический памятник.
То есть там множество различных эндемиков. Так, а тут уже вот очень глубоко. Моих сапог уже не хватает. Так, нет, я здесь не пройду. Ладно, выключаю камеру. Вот прошли мы 3,5 километра. Поднимаемся потихонечку на гору Качканар. Набираем высоту. Вот тут такие вот вруба есть, остатки. Грустно. Очень так как-то стихийно, варварски происходит рубка. Старая, видимо, уже. Красивый вид слева. Почти что альпийские луга. Наши качканарские луга. Уже. Так, Толя, ты тут нормально прошел, да? Вот тут. Нет, тут глубоко. Да, тут глубоко. Да, надо назад. Я чуть не провалился под воду. Так, все, по берегу идем. Спокойненько, спокойненько. Не надо нам никуда упасть. Подбираемся, подбираемся. Еще пока надо идти. Ну тут как будто бы идти стало легче. Вы видели, что я в предыдущем видео показывал. Там были лужи в лесу. След лиса. Да. Лось ходил. Судя по всему, не так давно. Ну, мы помет встречали уже. Свежий. Много от лося помета. И вот был один участок. А, ну вот. Ну, кстати, крупный помет, это уже большого лося. В общем, жизнь тут идет. Ну и мы идем. И наша жизнь идет. Горная речка. С горы очень много воды течет. Очень бурный поток. Интересная такая дорога. Быстрина. Тоже интересно будет, когда доберемся до речки с названием Шумиха. Она же называется не просто так Шумиха. Шумиха, шумливый ручей, шумливая река. А я хотел еще в кроссовках пойти. Это было бы очень авантюрно. Вот вдоль двух мощных потоков воды пробираюсь. Уже как будто бы просто по реке идешь.
Интересно, летом здесь что? Наверное, ничего. Это чисто все талые воды. Сколько воды, сколько воды. Ладно. Идем дальше. И это, ребята, тоже все гора Качканар. 21 апреля 2024 года. Просто горная река стекает с северной вершины горы Качканар и впадает в реку Ис. Но это все просто ручьи, просто талые воды. Это никакая не река, но выглядит именно так. Удивительно. Удивительно, правда. Столько воды я здесь никогда не видел. На горе. Бревно просто. Просто бревно. Вот бы тут кораблики позапускать, как в детстве. А, походу, из берегов вышло. Ну что, похоже, мы подходим к нашему пункту назначения. Река Шумиха не просто имеет так свое название. Мы где-то рядом, но послушайте. Похоже, река очень сильно вышла из берегов. Высота и глубина потока, возможно, полностью скрыла все эти водопады. И теперь это один большой поток воды. Но все-таки сейчас дойдем, посмотрим. Пробираемся, гора Качканар, восточный склон. Никогда в жизни здесь не был. Да и вообще здесь, наверное, мало кто был. Такие супер дикие места, непосещаемые. Вот вам показываю, каково это здесь. Ладно, надо камеру убрать. Ребята, ну что, кажется, мы добрались. Да, ну вот это, конечно, поток. Река Шумиха. Восточный склон горы Качканар. Это очень большой горный, бурный поток. Ой, сложно представить, что на горе Качканар есть такие горные реки. Мы, видимо, попали в самый дик. Вообще просто вот самое, что надо. Да уж. Я сам вообще офигею. Здесь просто надо быть тепло, вот так вот. А просто ручеёк. Это не всё-то.
идем вверх по течению реки Шумиха. Я не понимаю, откуда может браться такой огромный поток воды. То есть мы практически, ну, наверное, еще километр нам, о господи, до вершины горы Качканар. И откуда может браться такой огромный поток воды? Вы просто посмотрите на это. Это что-то. Вы знали? Вы знали, что на горе Качканар есть такая река? Я нет. Ее ни на одной карте она не отмечена, эта река. Ее не видно со спутника. Упоминание о ней есть только в книге геологов 1914 года. Николай Высоцкий. Вот оттуда, собственно, мы и взяли информацию об этой реке, об ее существовании. Но там не было, конечно же, никаких координат, ничего. Но там был квадрат, примерная карта, где ее искать. И, в общем-то, мы ее нашли. И мы нашли ее в самое, что не есть, подходящее время, когда воды очень много. Наверняка летом здесь может быть маленький ручеек течет. Но сейчас, 21 апреля, однозначно это пик. Вот мы вверх пробираемся дальше по течению в поисках перекатов, в поисках каких-то интересных мест и водопадов. Спускаемся с каньона ближе к реке. Вот они, такие красивые места, старые камни, старые сосны вековые. За моей спиной Шумихинский водопад, пожалуй, самый большой его перепад, скат воды. Добрались, поставлю точку на карте. Большой, горный, бурный, шумливый поток воды берет свое начало на восточных склонах горы Качканар, Средний Урал, граница Северного Урала и Среднего Урала. Про этот водопад фактически нет информации никакой.
И вот только благодаря Анатолию, города Лесной, мне удалось здесь побывать. Теперь я знаю это место. Наверняка посещу его еще не один раз. Но очень здорово, что мы поймали самый пик, самое большое количество воды. Я очень рад. Надеюсь, вам это видео понравилось. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, путешествуйте. Ну и будьте счастливы. Всем пока!